событиям в нашей стране. Огородное пугало напугало жителей Усть-Каменогорска. Очередную креативную акцию устроили спасатели Восточного Казахстана. Они вновь решили подойти к профилактике пожарной безопасности нестандартно. Один из сотрудников ДЧС нарядился в пугало и отправился разъяснять дачникам, как нужно сжигать сухую траву и мусор на участке. Необычный персонаж вызвал у людей позитивные эмоции. Может, кто-то и поймет. Просто они все сразу понимают. У нас в прошлом году вот здесь, ну это мальчишки курили, сидели, и трава загорелась. Хорошо, вот сосед здесь был, вот дом рядышком. И я здесь были, шланги протянули. Хорошо, у нас насосы были, что смогли потушить. Пожарные напомнили также, жечь траву, особенно в ветреную погоду, запрещено. На участке обязательно должна быть вода. Разводить костер можно только на расстоянии не менее 50 метров от домиков. И ни в коем случае не разрешать детям играть со спичками. Это не шалости, это преступление. На самом деле это очень серьезно. Один непотушенный костер может стоить всего дачного общества, особенно если его разводить в ветреную погоду. Буквально за прошедшие два дня зарегистрировано порядка 10-15 случаев только по городу загораний травы. Это только город Усть-Каменогорск. Если брать по области, эта цифра, сами понимаете, намного больше.